Парни, сумеем ли мы вместе с вами осилить 3000 лайков? Ну а также для вас конкурс на офигеннейший аккаунт. С вас лишь лайк, подписка на мой канал и любой комментарий. И все. Здарова, друзья, с вами Влад Габуса. Сегодня я нахожусь на аккаунте своего подписчика. Я буду открывать набор за 155 гривен. А также у нас есть 60 тысяч самоцветов. Я честно не гребу, что мне сегодня может выпасть, если сегодня фартанет и выпадет рейтинг 98+. Ну, не 98+, а 100+. Тогда я буду кайфовать и будем визжать как сучки. Ладно, давайте начинать открывать. Так, пока у нас обработка идет, пока денежка списывается, давайте, выполняйте все условия, как всегда. Лайк, подписочка, комментарий, добавить мой ролик в ваш плейлист, подписаться на мой телеграм-канал. И с меня розыгрыш 10 миллионов монет, каждые 2000 лайков, которые вы набираете у меня под роликом. 2000 лайков набрали, 10 лямов получили себе на аккаунт. Ну а также, если вдруг вы сумеете набрать ровно 4000 лайков, то тогда разыграю, конечно, 20 миллионов монет. Ну, конечно, вдруг вы сумеете набрать 6000 лайков, мне придется разыгрывать для вас 30 миллионов монет. Ну, что поделать, мне не впадло это сделать, если вы это осилите. Я буду все делать в прямом эфире, а также результаты будут у меня в конце видосика. Так что давайте, ребята, участвуйте, делайте все, что только можно, и получайте награды. Очки VIP. Обычный фрагмент мы получаем. Хорошо, покупка завершена. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся большой футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий. И не только спортивных, также еще киберспортивных. Так что как можно скорее, пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. 59 тысяч самоцветов. Чуть-чуть не хватит нам. Я дозапишу ролик немного позже. Я не знаю, конечно, фартанет ли мне в этих наборах или нет, которые стоят именно там по 1000 чем-то самоцветов. Думаю, вряд ли, но надежда умирает, как говорится, последней. Так, а ну-ка давайте сюда дойдем. До самого последнего слота. Так, второй слот. И сейчас последний. Вот сейчас есть шанс получить мастера. Ну это явно не мастер, это номер один. Хорошо. Мы тратим понемножечку, по чуть-чуточку. Ой, чуть не туда нажал. А, или туда, да, туда. Блин, я уже пересрал раз здесь и думал, блин, как я мог лохануться. Все. Тут, короче, у нас шанс на получение игрока с рейтингом 98-10%. Так. Открываем. 2500 самоцветов. Может быть здесь мастер выпадет? Есть спорт. А ну-ка давайте. Есть! Мастер выпадет. Как думаете, какой рейтинг выпадет? Я, короче, закрываю глаза. Возможно, фартанет. Возможно, нет, не знаю. Открываем. Блин. 98. Он мне уже до этого выпадал. Я открывал вчера... Я открывал вчера наборы. Он мне уже выпадал. Ну ладно. Хорошо, второй раз я его готов получить. Ну, здесь, конечно, на этом аккаунте первый раз я его получаю, ну ладно. Воу, интересно, однако. Хорошее предложение. 6250 самоцветов. Так. Блин, как мне получить игрока с рейтингом 101? Я не гребу, но я реально хочу его получить. Это что, еще раз игрок будет выпадать? Да ну нахер. Не знаю, закрывать, не закрывать глаза. Я нервничаю, но обязаны. 98. А прикиньте, они повторяются. Вот это будет, конечно, печально. Но я немного в шоке от того, что уже сразу я двоих игроков получил, двоих мастеров. Это супер круто. Все. Больше нету шансов. Да, походу нету. Хорошо. 10 тысяч самоцветов. Пожалуйста, выпади мне 101 рейтинг. Пожалуйста. 98. Блин, он уже выпадал уже. Но что это такое? Это не серьезно, есть спорт. Можно что-то новенькое с рейтингом 100? У вас там какое-то разнообразие есть или нету? Или только одни и те же игроки выпадают? Я не понял. 99. А, походу тут идет так, поочередность выпадает. И сейчас рейтинг 100 мне выпадет. Вот мне так кажется. Рейтинг 100 мы сейчас получим, а следующий будет 101. Есть! Вот так вот, короче, я понял, как тут, каким методом вообще все выпадает. Посередность идет именно такая. Сначала вы получаете рейтинг 98, потом 98 еще раз, потом 99, и потом рейтинг 100. Ну и напоследок рейтинг 101 мы получим.
Ну что вам сказать? Достаточно неплохой пока выпуск, как мне кажется. Ну, столько игроков мы получили. Я, грубо говоря, подуничтожил это событие. Ладно, ребята, давайте сделаем... Чё? Мне не хватает немного самоцветов. Давайте купим. 65 гривен. Челси встречается с Манчестер Сити. С помощью моего промокода на сайте OneX вы сумеете получить до 100 бачей. Вводите мой промокод КАПУСТАФИФА, сканируйте QR-код и получайте офигеннейшие бонусы при первой регистрации. Такая прям жесткая тупость покупать за 65 гривен. 150 FIFA бонусов мы купили и сейчас купим самоцветы. Блин, что не сделаешь ради того, чтобы получить игрока с рейтингом 101? 225 самоцветов мы забираем. Ребята, я стараюсь вам показать максимально качественный контент. Я стараюсь получать абсолютно всех игроков, чтобы вы понимали то, что это да, возможно сделать. Ребята, если у вас вдруг есть много самоцветов, пишите мне в личном сообщении ВКонтакте. Я буду у вас на аккаунте что-то такое прикольное открывать. Будем вместе с вами стараться делать контент. Ребята, мой контент чаще всего основывается на том, что мы открываем и получаем самых лучших игроков, которые есть именно в этом событии. Да и в любых событиях, которые существуют в этой игре. Так что, пожалуйста, поддерживайте меня лайками и подпиской. Я для вас буду разыгрывать монетки, будем разыгрывать для вас аккаунты, я буду для вас делать максималочку. Главное, поддерживайте меня, пожалуйста, и с помощью этого я сумею продвигаться дальше на ютубе. Реально, я не экономлю, я те деньги, которые зарабатываю, я стараюсь вкладывать в эту игру, чтобы вам показывать именно нормальный, интересный контент. Также, плюс, помимо этого всего, что я делаю? Я деньги, которые получаю, я, грубо говоря, вот сейчас я вкладываю в подписчика. Это не мой аккаунт. Я подписчику это все покупаю. Подписчик продаст этих всех игроков и скажет: Влад, красавчик. Ну, как мне кажется. Возможно, он не так скажет, но ему, я думаю, приятно того, что я получил сразу всех игроков. Так, рейтинг 101 сейчас мы заберем. А прикиньте, не 101 выходит. Дюсь, 101. Все, короче, мы это сделали, мы преодолели этот весь путь. И я надеюсь, то, что я снимал это все, а то будет обидно. Что-то так долго загружается. Давайте мы скриншотик сделаем. Ну, короче, вроде бы как мы красавчики, потому что мы сумели преодолеть такой вот нелегкий путь, я так думаю. Ну, вот так вот. Вот так вот. Мы прошли эти все испытания, получили всех этих игроков. Давайте посмотрим, сколько они на рынке стоят, чтобы понимать, сколько монет мой подписчик сумеет себе забрать сейчас. Так, 101 рейтинг. 34 миллиона монет. Можно дороже продать, как мне кажется. 30 миллионов монет. Охренеть. 10 миллионов монет. 3 миллиона монет. 3 миллиона монет. А, ну то же самое, я, блин, перепутал. 5 лямов. Охренеть, конечно.